Книга «Открытым оком», том 10, тема «Вера», вопрос 2302. «Знаете ли вы людей, имеющих чудодейственную веру?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Чтобы на глазах, как факиры, кудесничали, таких не было, и не хочу их видеть даже. Боюсь веру спасительную растерять. Но веру по молитве чудо совершающую – это я и сам имею, и притом очень большую. Это видно из того, как часто мне звонят люди и лично, и в письмах просят помолиться, и что так у них и будет, так и в моей жизни». Псалом 90, 15 стих. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби избавлю его и прославлю его». Исаия 65, 24. «И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу». И Иеремия 29, 12. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Матфея 9, 29. «Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам». Матфея 21, 22. «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». 1 Иоанна 3, 22. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним».